Минута молчания. Время, когда вся страна замирает, чтобы вспомнить имена павших в борьбе против фашизма. Миллионов советских солдат, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной. У монумента воинской трудовой славы пензенцев собралось немного горожан. Тех, кто не смог остаться дома. С память ребят, за героев, которые нам жизнь отдали за нас. С людьми плачет и природа. Проливной дождь не стал помехой для прохожих, которые остановились под балконом заслуженной артистки России Елены Сафроновой, чтобы вместе с ней и всей страной исполнить песню, ставшую негласным гимном праздника. День Победы, как он был отдалек, как по непотухшим таял уголек. Были весны, обгорелые пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Плакала, потому что воспоминания для наших людей, они очень трагичны, очень трагичны. И самое главное, чтобы мы не забывали опыт этой войны. Еще одна всероссийская акция «Фонарики Победы» началась уже, когда окончательно стемнело. Находясь на самоизоляции, жители нашего города зажгли огни в окнах своих домов в знак памяти и уважения к героям Великой Отечественной войны.